Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию о том, что фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева не вошли в состав сборной России на олимпийский сезон. Итак, произошло то, что, наверное, должно было произойти. И Алина Загитова, и Евгения Медведева не включены ни в основной, ни даже в резервный список сборной по фигурному катанию. Все это назревало, уважаемые друзья. Спортсмены до самого последнего момента тянут с объявлением об окончании спортивных карьер. Конечно, это связано с условиями финансирования. И не только с федеральными, но и местными. То, что де-факто Алина Загитова, а она даже у нас в эфире оговорилась, что завершила свою спортивную карьеру, это совершенно точно. Но в любом случае впереди участие в шоу, телевидение. Понятно, чем Загитова будет заниматься. Я, кстати, по-прежнему рассчитываю, что у нас с Алиной будет масштабный телевизионный проект. Что касается Евгении Медведевой, которую сезон пропускала из-за травмы, я не сомневаюсь, что Женя найдет себя в ледовых шоу и на телевидении. В общем, масса нюансов, которые способствуют, чтобы девочки на небосклоне шоу-бизнеса и спорта были по-прежнему в обойме. Что касается расстановки сил, то в фигурном катании огромная конкуренция. Состав сборной совершенно фантастический, и основной, и резервный. Будем желать удачи всем, кто будет готовиться к Олимпийским играм, сказал Губерниев.